Привет, друзья! Хочу показать вам посылочку еще одну, которая пришла мне от фирмы Smile. Это очередные часы. У меня уже эту фирму я показывал вам часы. И пришли вот еще часы и такой браслет. Так, часы у меня такие уже есть. Он заказал еще сыну такие. Выглядят они вот так. Ну, что здесь? Ну, здесь, в принципе, все как обычно. Там электронные. Здесь идет стрелки. Так. И есть еще. Здесь вот, оп, была защита под стрелочки. То есть вот выставляется время, в принципе, любое. И все. Часы пошли. Так, это вот идет подсветочка, не знаю, видно, не видно на экране ее, кое-что-то загорается там, ну, загорается чисто эти. Также есть секундомер, то есть старт, стоп, сброс. Есть дата, ну, в принципе, как вот стандартные часы, дата, время, установка. Все показывает. В принципе, часы мне такие нравятся. Ремешок резиновый. Здесь голограмма, то что это является этой фирмы. Водонепроницаемые. Я спокойно в них купался на речке. То есть, в принципе, проблем не вызвало. На речке, на заливе, в соленой воде я купался. Как бы все хорошо. Теперь по ремешку. Ремешочек идет резиновый, ну, а это, соответственно, металлические. В принципе, такой вот красивый ремешочек. На этой руке лучше покажу. Так он примерно будет смотреться. То есть можно вместе с часами одеть. Можно отдельно носить. В принципе, такой, да. Красивый, интересный. Ну, больше, мне кажется, для девушек это. Ну, часы смотрятся такого плана. То есть мне на руке, то что они громоздкие, как бы, в принципе, сами по себе удобные. Сидят хорошо. Ну и неплохо смотрятся издалека. Камуфляж я взял, чтобы на рыбалочку можно было их таскать. У меня сын тоже любит рыбалкой заниматься. Поэтому такие часики советую. Спасибо за внимание.